Друзья мои, и опять я вас приветствую на своем канале, на канале вторая часть пустых баночек. Здесь у нас будут чисто уходовые средства и по концу кое-что также интересненькое. Поэтому оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра. И первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, шампуни. В этот месяц закончился один единственный шампунь с компании Ifroshe. Это шампунь уход стойкость для окрашенных волос. Отличный шампунь, отлично промывает. Да, действительно, защита цвета при мытье волос. И цвет остается насыщенным. Отлично, здесь у нас 300 мл. Я брала, но в Ifroshe уже давно не заказывала. У меня еще пока есть достаточное количество запасиков. Далее закончился вот такой вот гель с компании Oriflame. Это гель для лица, 150 миллилитров, гель для умывания. Он у нас был очень и очень долго, потому что гель этот был концентрированный, его хватило на долго, именно надо было вот с маленькую, даже при ежедневном применении, с маленькую горошину, и отлично отмывал лицо. Всем, друзья мои, я рекомендую. Если кто-то с компанией Oriflame знаком, либо хотел бы познакомиться, артикул 32646. Просто отличное средство. Берите и наслаждайтесь, если кто хочет, да, такие хорошие средства. Следующее, это для средства для тела. И первая моя вот такая любимка, это серии Витамания Faberlic, витаминный гель для душа, манго и папайя, 200 миллилитров. Я не устаю и не устану никогда, пока это будет в компании Faberlic, петь дифирамбы. Здесь отчетливый аромат манго, который, не скажу, что сохраняется на теле, но в душе пахнет просто великолепно. Вот такой вот еле-еле такой вот уловимый оранжевый цвет. Ну вот отличное. Мне очень нравится этот гель и по аромату, и по действию тому всем я рекомендую. Следующее, также Faberlic, вот такая вот лимитка здесь вроде выполаскивала, и все равно маленько осталось, я да использую, конечно же. Вот такая вот романтичная клубника, вот с таким вот супер насыщенно розовым цветом. Это была лимитка весны этого года. Больше я не видела Faberlic этого, но вот просто именно клубника. Почему я ее и использовала сейчас? Потому что этот месяц, вы все прекрасно знаете, было время заготовок, время клубники. Но это просто потрясающий аромат. Это необыкновенный аромат. Именно при мытье погружаешься в такую вот клубнику, да, именно в какое-то поле клубничное. И насыщенный очень. Я даже вздохнула так, и такое ощущение, что почувствовала эту супер клубничку, отличнейшую ягоду. Также у меня закончился гель, вот такое вот сладкое чудо. Здесь аромат был именно вот такого вот кекса. Вот, и мне этот гель напоминал, он также лимитка была прошлого года, и мне этот гель напоминал, помните, был французский, то ли французский пирог, что-то, в общем, французское. Вот он мне вот это вот напоминал. Больше я Faberlic вот такого вот не вижу. Если увижу, либо если вернут, конечно же, возьму. Вот что-то вот такое, ну такой вот аромат сейчас, именно вот такого вот сладкого кекса. Отличное, отличное средство. Также использовала его с удовольствием. Что не скажу о следующем средстве. Вот такое вот, это из новиночек, суперфуд смузи для душа. Здесь заявлен гранат. Здесь у нас, по-моему, 215
миллилитров. Вы знаете, ну, мне вот эти вот суперфуды, я, конечно, брать больше их не буду. Мне они вообще не понравились. Не знаю, ни по аромату, ни по действию. Ну вот вообще просто, если кому-то нравится, то нравится, но все мы разные. Мне вообще не понравилось, поэтому я брать не буду. Но каждый из нас, это лично мое мнение, каждый из нас решает сам, иметь или не иметь. И последняя из гелей у меня закончился. Вот такой вот парфюмированный гель для душа. Я недавно взяла парфюмерную воду, вот такую вот, да, чарующий, драгоценный, с нотой ириса. Да, действительно, эта нота очень такая тяжеленькая. Что не скажу о парфюмированной воде. Здесь именно в геле она вот, я почему очень долго, да, домывала, и наконец-то домыла. Но вот, ну, очень и очень такой вот, да, действительно, это ирис, очень тяжелый аромат, поэтому кому нравится, конечно, нравится, я повторять больше не буду. Также у меня закончился вот такой вот, не у меня, у дочки закончился вот такой вот дезодорант-антиперспирант с компанией Oriflame. Это Activil 150 мл, это действительно защита 48 часов. От пота, от запаха, отличное средство. Всем рекомендую и буду, конечно же, брать дальше. Следующее, что у меня закончилось, это с компании Oriflame вот такой вот гель Феминель с алоэ Вера. Гель этот гелевый, отличный гель. Лучшего я не нашла. Я пользовалась, да, и аптечные средства брала, и с компании Faberlic брала, но лучше вот так, вот таких вот гелей. Здесь в данном случае это успокаивающий гель для интимной гигиены. Я густых и отличных средств, ну, просто не нашла. Поэтому каждый раз в пустых баночках вы можете видеть у меня вот такие вот средства. Я всем, конечно же, рекомендую. Отличное средство. Также у меня закончились мыла, и целых три мыла закончилось с компанией Faberlic. Первое – это витаминное мыло мандарин и бергамот. Брать я больше не буду. По запаху мне это вообще не понравилось. Но запах запахом, да, вымывала это все отлично. Поэтому, кто любит такие ароматы, 200 мл – я, конечно же, рекомендую. Я повторять больше не буду. Что не скажу о следующем. Это манго и папайя. Здесь меня и привлекает и аромат, и по действию очищает, и увлажняет. Это я, конечно же, повторяла и буду повторять. Следующее, что также закончилось и мне очень нравится, это вот такая карамельная груша. Здесь такой вот кисловатый аромат. Да, лакомство для тела, но это, конечно же, я буду повторять. Мне очень нравится и на руках, и по действию. Вот такой вот еле уловимый кисленький аромат. Также у меня закончился вот такой вот ополаскиватель для полости рта. Он был здесь, это из новинок Нуки. Он был с грейпфрутом. Цвет настроения красный, он действительно был такой вот, вот если видите, да, вот он был красный. Ну, такой вот, тоже ничего такого сверхъестественного, был. Полость рта освежал, и, в принципе, этого было достаточно. Также закончились зубные пасты. Компании долго не буду останавливаться, с компанией Faberlic вот лечебные травы. Так, ну не хочет, вообще не хочет никак фокусироваться. Заявлено, что тройное действие – это защита от кариеса, свежесть дыхания и забота о деснах. Он такого вот еле-еле. Так, сейчас если выдавлю, ага, не получается. Вот видите, еле
ели такого вот зелененького цвета. Ну, лечебное, да, отлично, отлично зубы. Ой, очищала, да. Ну, а что оно там действует, как бы это ничего такого, да, и не ощутилось, да, что именно вот защита от кариеса, как громко заявляет производитель. Не знаю, следующее, отбеливающая концентрированная зубная паста. Здесь у нас именно вот размером с горошинку, здесь действительно так, ну, используем. Здесь вот с такими оно было, здесь тоже, наверное, не в это, с такими вот микро-микро такими еле уловимыми гранулками. Ну, тоже как бы была. Кто-то кому-то нравится, да, ну, а у нас была и была, скорее всего, повторять больше не буду. Что не скажу о пастах орифлеймовских, это Optifresh. Здесь 100 миллилитров. По стоимости я всегда беру по скидке 99 рублей. Мне эти зубные пасты очень нравятся. Здесь вот заявлено 12 действий, но мне очень нравятся. Защищают, очищают. Ну, просто не пасты, а что-то вот компания Oriflame, конечно, постаралась и эти пасты с рынка, ну и вообще с компанией Oriflame, они уже давно и продолжают также действовать, да, эти пасты, потому что всем это очень даже нравится. Закончился вот такой вот скраб для ног с компанией Faberlic. Мне он очень даже понравился. Он на очень долго у меня был очень долго в использовании. Здесь надо было совсем-совсем чуть-чуть. Абрикосовая косточка на такая вот именно деликатного действия. Но скрабируют ноги очень даже хорошо в запасиках. У меня также есть такой скраб. Закончилось у меня вот такое вот мыло. Это я брала в фикс-прайсе. Такой вот кусочек, такой светло-светло-кремовый. Здесь у нас 120 грамм ванильная любовь, да, кофейная. Ну, оно такое вот, вы знаете, вот обычное по действию и по аромату. Ну, обычное, да, туалетное мыло. Твердое есть и есть. Хорошо вымывает, то есть по действию. Я не помню, то ли 55, оно то ли... Ну, где-то вот в этом. Также закончился у меня, это именно уже у меня, дезодорант-антиперспирант аж 72 часа защиты Экстрим, 50 мл с компании Oriflame. Отличный дезодорант-антиперспирант. Всем рекомендую, со своими действиями он, конечно, справляется. Закончилась вот такая вот у меня парфюмерная вода Алена Ахмадулина с компании Faberlic. Доиспользовала очень тяжелейший аромат. Мне он особо не понравился. Повторять я его не буду. Следующее, что у меня закончилось, это Faberlic Aromania, это ваниль, это моноароматы. Здесь вот ваниль прямо и ваниль. Но мне он очень понравился, но я использовала его не по назначению. Ваниль прямо вот, ну вот как кексы печем, да, и добавляем туда ваниль. Ну вот просто это вот та самая ваниль. И с компании Oriflame Joyce здесь такой голубенький, это кувшинка и миндаль закончился. Вот такой вот аромат. Да, действительно, кувшинка и миндаль, что-то такое свеженькое. Мне оно очень понравилось. И в запасиках есть, ну, вот такой вот летний аромат. И последнее, это уже не уходовое, но я об этом хочу сказать. У меня закончился вот такой вот шоколад с компании Royal Forest. Кто еще не пробовал этот шоколад, конечно же, попробуйте. Он невероятно вкусный,
Он невероятно полезный, без сахара. Кто как бы поддерживает свою фигуру и на без сладкого не может обходиться, да, вот это вот отличнейшая альтернатива шоколаду, сладостям, то есть и на правильном питании, кто вы, ну, думаю, фигура ваша абсолютно не пострадает. Ну вот, друзья мои, и все пустые баночки за июль месяц. Я хочу вам пожелать отличнейшего настроения вам сегодня, завтра и всегда. Счастья вам всем, здоровья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Конечно же, комментируйте. Я всем отвечаю, буквально всем. Если не отвечаю, то ставлю сердечко, да, что я вас видела, я вас прочитала. Вот, и в принципе, продолжение, конечно же, следует. Видео мои выходят ежедневно, выходят каждый день. Стараюсь что-то искать, себя искать и так далее и тому подобное. А вам спасибо огромное, что смотрите мой канал. Всего вам доброго!